Всем привет, вы на канале ТКТВ. И сегодня я снимаю продолжение My Little Pony. Давайте начинать. Так, все, ладно, до свидания, идите. Пойдемте, девочки. Ну вот, мама, мы хотели подарок. Никаких подарков, все. Вы поняли? Никаких подарков. Все. Ай! Мамочка, ты в порядке? Да. Девочки, ура! Что это с мамой? Я не знаю. Ой, нога. Девочка, смотрите, тут где камень, моя карточка лежит. Здорово! Какой хороший камень. Пойдем, мама, быстрее. Идем, купим все заново. Здравствуйте, миссис. Ой. Ну что, я не успела отойти, а вы опять сюда вернулись. У нас карточка есть. Что? Простите, но заказ аннулирован. Вам придется все заново набирать. Ну ладно. Все, больше меня не трогайте. До свидания. Так, ладно. Давай, девочки, набирайте вещи, которые у вас были. Так, ну и где тут наши вещи? Вот ваши вещи. Ой. Мы их еще не успели разложить. А, ну так давайте все купим. Так, пробить на все. Бздык. 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 Так, все, мы все пробили вам. Вот моя карточка. Пип-пип-пип. Так, миссис, я вам хочу сказать. Ой, ну что? Ну, я, конечно, не хочу вам ничего говорить, но... Это не ваша карточка. В смысле, не моя карточка. Это не ваша, да. Что? Вы поэтому не можете оплатить заказ с чужой карточки. Мы ее лучше здесь оставим, потому что вдруг придет хозяин за этой карточкой. Ой. А вы можете пока наши вещи не раскладывать, оставьте их тут и никому не продавайте? Да, но мы только на один день так можем сделать. Ну что там опять, а? Извините, но я уже не могу с вами иметь дело. Что у вас там опять случилось, а? Ну, мы нашли карточку, ну и нашли, и хорошо. Что случилось в этот раз? Это не наша карточка. Так, все, аннулируйте еще раз заказ. Мне это уже надоело. Стойте, тетенька. Ой, ну что тебе, маленькая девочка? Мы сейчас придем, и вы не смеете аннулировать заказ, так как мы уже поставили, как бы, чтобы его никто не брал. Мы сейчас придем, найдем карточку, и все будет хорошо. Ладно, только потому, что вы принцесса. Мамочка, беги быстрее домой, мы тоже будем искать. В моей комнате точно нет карточки, там очень мало вещей. Может, ваши? Я не помню. Да. Идемте домой. Так, 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 все. Быстрее ищите в своей комнате. Нету? Так, я буду искать у вас на полках, там везде. Так, так, ищите. Мяу, мяу, мяу. Так, кошка точно не может. Собачку давай. Ищи, девочка, ищи. Не знаешь? О, ищите, девочка. Так, нету. О, я пошла в своей комнате искать. И там нету. В портфелях тоже нет, я проверяла. Так, ну здесь никогда не бывало. В сундучке нашем. В ящичках тоже нет, я уже проверила. Ну где же наша карточка? Ой, то есть мамина карточка. А? Кто это? Откройте дверь, пожалуйста. Кто это? Так. Я администратор магазина. Я очень недовольна, что вы опять заставляете мою продавщицу ждать, когда вы принесете свою карточку. Все. Я звоню в полицию. Нет! Мама! Да, да. Ой, извините. Это вообще...
Все, я звоню в полицию. Вы не можете так делать, заставлять ждать нас, чтобы мы еще вам вещи оставляли. Извините, пожалуйста. Все, нет. Я звоню, где у вас телефон? У нас нет телефона. Ну, у девочек. Мама, вообще-то у нас есть телефон. Тихо. Так, все. Я точно этим недовольна. Ну, подождите, подождите. Ну, подождите. Я сказала нет. Ой, пони упала. Ваша глупая пони ничего не сделает. Если вы через 5 минут не найдете карточку, то я звоню в полицию, и все. Все. Да зачем так дверью хлопать? А! Блин, мамочка, мне страшно. Ай! А! Даже сундучок упал. Да уж. Надо сундук на место поставить. Все, я поставила его. Ой. Вот, все. Сундук на месте. Ой, очки забыла свои. Так, девочки, ищем быстрее. Так, так, так. Надо сундук закрыть. О, опять этот сундук упал. А? Ой, мам, на тебе блестки. Ой, мне все равно. Эти блестки все равно ничего не изменят. А? Мама, что это? Мама, это твоя карточка. Ну как она у нас в сундучке оказалась? Мамочка, держи. Ой-ой, я, кажется, помню. Ну и как она там оказалась? Когда ко мне приходила моя подружка? Что и кто к тебе приходил в гости? Подружка, я же тебе говорю. Мы с ней играли в сокровищницу. Я спрятала твою карточку. Девочки, все, я больше вам не разрешаю играть своими карточками. Понятно? Все, идемте быстрее в магазин. В магазине. Так, так, все. Уфу-фу-фу, прибежали. Быстро, как быстро. Так, ну что, вы принесли карточку, да? Да, вот карточка наша. Да, да. Ну хорошо, я вам разрешаю оплатить ваш заказ. Но это будет в последний раз. У меня уже несколько лет не было таких нарушителей. Все, быстрее давайте. Я жду. Так, девочки, все, давайте. Так, пробейте нам все вот это через карточку. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Взык-взык. Все, все пробито. Это ваша карточка. Ой, фу! Наконец-то! Ой, как же я замучилась с вами. Так, все, девочки, идемте. Идем. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока!